Всем привет, ребят! У меня вот такой эскалатор на пульте. Вот он какой так, классный! Вот так он устроен по этому поводу. И... Покажи, как он ездит. Что он умеет делать? Я вам покажу. Я же эскалаторщик. О, у тебя экскаваторщик есть? Это прекрасно. Давай, сади его. Я могу на лестнику войти, на колесо зайти. Так. Пойти на лестницу. Осторожно, смотри, чтобы он не упал. Он упал. Он сам справится или надо вызывать помощь? Вызывай помощь. Отлично. Срочно помощь. Приезжай, спасай нашего экскаваторщика. Нам на помощь едет полицейский джип. Проси его помочь. Помоги мне помочь. Давай я тебе помогу. Ой, что это? Играясь, мы заметили небольшую поломку у нашего экскаватора. Один из держателей стрелы ковша. Гидравлические цилиндры был поврежден. Мы нашли запчасти и решили его починить. Для ремонта нам понадобятся все запасные части, которые были утеряны. Вот. Часть гидравлического цилиндра и фиксатор. И к нам на ремонт приехал еще тягач. Это просто великолепно. Все вместе мы его починим. Вот сюда. И что мы сделаем? Приклеим клеевым пистолетом. Вот мы и починили экскаватор, подклеим. Все. Заклеено. Гидравлический цилиндр будет работать нормально. Проверим. Копает. Отлично. Артемка будет рад. Клеевой пистолет нам больше не нужен. Увози, Самослав. Вот мы и починили наш экскаватор. Теперь мы будем с ним играть. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока-пока. А также смотрите мои другие видео на нашем канале.